Итак, я вас снова приветствую. Категорически. Продолжаем с вами проходить вампирскую сагу. Блять. Нихуя ты прямо на очке засел, видели, да? Блять, не на... Да ёбаный твою мать. Кончилось зеленое свечение у нас, блядь. И в прошлой серии у нас еще кончились боеприпасы с вами от убойной... Самой убойной хуйни, которая здесь была. Поэтому мы с вами немного грустим. Здесь мы вроде бы все чекали. Давай, валим отсюда. Здесь вроде бы тоже все чекали, блядь. Но честно я не помню, блядь. У нас есть револьвер. У нас есть заложник. Мы должны свалить отсюда прочь. Если нам это удастся. Комната боли 2. Ключ от комнаты боли, блядь. Охуеть теперь. Давай, заходим, друг. А там что? Просто сработано. Сейчас просто на изи. Ты встать решил? Блять, я застрял в тебя, ёбаный брод. Пошли, давай. Я иду вперед, ты прикрываешь. Если чё, кулаками там пезачи. Иди ко мне, мой сладкий сахар, блять. Так, это тихо, нам пока, блять, да тихо ты, нахуй. Давай, иди сюда. У нас с вами есть небольшой запас патронов, что не может не радовать, потому что, ну, блядь, вы же видели, да? Хорош тут, блядь. Нахуй. А куда мы двигаемся-то с тобой, собственно говоря? Давай, пойдем. Попробуем выпалить. Блять, нет, только не палит. Да какого же ебаный в рот хуят, блять. Цена одного ёбаного промаха, блядь, 70% пиздюлей. Охуенно просто. Ты где стоишь опять, блядь? Ебаные заложники, я просто охуеваю с вас, блядь. Пойдем, давай, друг. Слышишь ты? Ёбаный дурачок, блядь. Давай, идем нахуй отсюда. Не надо ебать мозги, блядь, пожалуйста, сука. Ебать ты беспалевный. Блядь, вместо колиев можно было бы дать мне патронов уже в кои-то веки, ебаный в рот. Что мне с этими колями делать, нахуй? Коллекционировать эти самотыки или что, блядь? Давай, уходим отсюда. Я ж надеюсь, это, блядь, на выход. О, я помню это место, блядь. Так, давай, чекаем вниз сначала. Где? Где, блядь? Ты чё, дурак? Я не понял нихуя. Так, это мы уже здесь чекнули все говно. Да, идем. Резче.
Давай, 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 давай. Я, кажется, помню это, блядь. Мы близки к выходу, дружище, понимаешь? Хотя бы, блядь, без тебя я смогу. Без тебя, без тебя. Я смогу путешествовать намного быстрее, блядь. Чем с тобой, потому что, ну, это пиздец полный, блядь. По-моему, такого кривонога еще поискать надо. Ой, блядь. Просадочки жесткие. Пес! А хули ты здесь делаешь-то? Пойдем. Че вы здесь делаете, блядь? Я ж тебя оставил внутри, блядь, в прошлый раз. Спасибо, старина. Смотри, поторопись, надо найти остальных. А я тут пока огляжусь. Сейчас мы эту ранку. Все, давайте, пацаны, блядь, тихо, не лагай, пожалуйста. Причем лагать начало вот в этом вот свечении, поняли, да? Очень графенисто, видимо. Кто-то считает, что это очень графенисто. Открывай, блядь, ебаные ворота. Так, мы с вами идем куда? Мы с вами идем сюда. А, ну я как бы, да, я молодец, иду с пустой пушкой. Что же делать? Потому что... Хочется, но нет. Нет патронов, блядь. Нет энергии уже у Джека, блядь. Джек уже заебался. Такое говно он, конечно, видит, блядь, в своей жизни. Не то чтобы, видимо, сильно часто. Оно и видно, блядь. Так, мы здесь уже были, блядь, я помню. Там был вампир, который выдержал множество пиздочей. А вот здесь уже был упор, по-моему. Здесь мы уже не были, да? И здесь у нас срезочка открылась. И здесь мы были, мы слутали здесь все. Джек очень сильно устает. Ему бы качнуться, я не знаю. Так. То самое место. Но обязательно, блядь. То где? Вы видите? Я не вижу. А, вон собачка ебаная. Давай, сука, иди сюда. Собачка была не очень живучая, но и хуй бы с ней на самом деле. Так, мы пойдем наверх, до самого-самого, блядь, упора здесь. Попробуем посмотреть, что здесь есть, блядь. Опять эти звуки. Ёбаный в рот. Жируем, пацаны, жируем. Целых 6 штук патронов, блядь, понимаете? Заряжаем, получается, 3 ружья, которые у нас есть. Если у нас их 3. Да, у нас их 3. И заряжаем еще 3 пистолета, блядь. Просто заебись. Так, тут мы уже все были, раз тут все сломано. Ебать. Так, у нас аптеки. Патроны. Нехорошее предчувствие, блядь. Лифт. Патроны, аптеки. Босс файт наверняка. Так, мы приехали, кажется. Петрики. Так, мы приехали, мы сохранимся еще раз. Еще раз, еще раз. Еще много. Блять, твою ж, сука, мать. О-о-о-о-о-о. Нет, 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 Джек, блять, не надо. Нет, ты что, дурак? Видели, да, нихуя себе, у него инерция, блять, у Джека, блять, возникает. Он вылазит, нахуй, просто. Так. Ну, как я и говорил. Ролики довольно всратые.
И, видимо, когда-то они были еще и криповые, но сейчас они просто... Блять, нет, не надо, блять, Джек, не надо, сука, не падай, долбоеба, кусок кривоногого, блять. Тупорылый олень, ты просто нахуй, мать твою. Пожалуйста, сука, не надо, блять, этого делать. Он реально скользит, вы сейчас, конечно, этого не чувствуете. Но если бы вы играли, вы бы почувствовали... Блять! Твою, сука, мать. Пошел нахуй. Почувствовали бы весь прикол. Весь прикол управления за Джека, когда он нихуя не может, блядь, справиться со своими ногами, блядь. Ему тут надо истребить кучу нежити, блядь, а он... Олень такой, сука. Нихуя себе тёлочка. Так. Тихо. Отъебись. Давай. Там еще эти гандоны, блядь. Что это за пиздец? Блядь, да ты заебал. Упади еще вниз, разбейся, конечно, долбоеб. На поебалу. На поебалу. Сдохни, сука. По мне кто-то хуярит, да? Где? Кто, блядь? Я не понимаю, блядь. Вижу ебанько, блядь. Он не достает, блядь, даже Джек, ебаный ты тут кривоногий. Так, ебанько у нас кончили, блядь, мы ебанько ебаная, который тут. Где тебя носит, сукин ты сын? Давай быстрее, надо спасать наших старичков. Блядь, сраные птицы меня сейчас хавают опять. Так, нахуй тебе замечательная история. Пошла нахуй. Давай, иди сюда, сука. Как думаешь, это все или еще есть, блядь, друг? Можешь не отвечать, я тебя спросил чисто для приличия, блядь. Только не ёбнись никуда, потому что я буду... Так, подожди, нахуй, сейф сразу сделаем. Потому что, ну, это пиздец полный. Будет, если мы сейчас зафейлимся с вами. Так, там бич. Бич с ружьем, он нам нужен, блядь. Тихо. Веди себя хорошо, сука, не надо падать, пожалуйста. Так, этого мы... Тихо, блядь. Вот, блядь, блочить только не надо меня, ты долбоёб. Отъебись, нахуй, от меня, пойдем отсюда. Давай, только не разъебись, давай, тихонько. Смотри на него, блядь, что делается. Он сейчас реально разъебется, я буду виноват, блядь. Надо, говорит, спасать наших старичков, блядь. Кретиноид. Сейчас будет музыка из лифта, блядь. Типикал музыка из лифта, пацаны. Так, а где нам зайти сюда? Вот здесь. Ты сможешь зайти сюда? Смог, да? Давай. Сейф, нахуй, поехали. Серьезно, блядь? Может, не надо так делать? Пожалуйста, ты тварь, блядь, ебаная. Ты ведь разъебешься, я буду виноват реально, блядь, что ты умер, нахуй. Пошли отсюда, блядь. Давай. Я спиздил какой-то ключ. Вот и замечательной барышни, блядь, сексуальной. Слушай, ты, блядь, давай, не еби мозги, пойдем отсюда. Ты заставляешь меня лишний раз открывать двери, нахуй, блядь. Ты сжирает мой боезапас. Ты даже не представляешь, насколько, нахуй, это вредно делать, блядь. Ты там, блядь, прикованный, как долбоеб к цепи, блядь. Цепи, точнее, блядь, просидел, нахуй. Я тут, между прочим, пизжусь, нахуй, с людьми. Не только с людьми, но и со всякой супостатной хуйней. Так, у нас все нормально. Блять. Че, полночь, ебать? Сейчас кто-то заигнется, блять, я чувствую. Давай. Ну, пиздец.
Очень и очень хуёво. Пробуждаются силы зла, блядь. То есть все, да? Пробуждаются силы зла, но ничего не случилось, блядь. Ты заебал там ста... Блядь. Давай, давай, ебашим, ебашим отсюда. Давай, 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 давай. Они все тут пивают. У них такое, блядь, прекрасное чувство, блядь. Прекрасное настроение у всех. Пиздец. Собака стартует прямо оттуда, да, короче? Собака доела другую собаку и теперь не может... Спасибо, старина. Я немного передохну и выйду на замену. На замену ты выйдешь, блядь? Что это? Боезапас. Для револьвера это, блядь. Магический эликсир выносливости, ебой. То есть ты, сука, будешь теперь мне нормально ногами перебирать, да? Так, а боезапас... О, смотри, боезапас такой... Тихо, блядь. Так, у меня же там еще, кстати, есть вот что. Музычка какая-то непрекращающаяся началась, чувствуете, да? Что-то будет, блядь. Как удобно, что он мне дал этот эликсир, когда он сам остался там, блядь. А мне теперь не надо ждать, пока каждая пидораска, блядь. От чего я получил? Ключ Марахай. Священный свиток, блядь. Ёбаный, блядь. Нихуя себе. Типа... Да, блядь, надо было подлечиться у доктора, то что-то я проебал. О! Так. Давай нахуй не еби мозги, блядь. Толочка. Извините. Нихуя ты открыла свои щи. Не, так-то она, конечно, жутковатая, сука. Я передумал, я не хочу ей прессовывать, блядь. Чё это я хожу с пустыми руками, это, блядь. Ой. Бомж ебаный, блядь. Ну хватит, ты чё, рывки умеешь такие делать? Собака, блядь. Понял, принял. Сука, блядь. Марахай, ёбана в рот. Тёлочка. Так. Что это, блядь? Я на кладбище, блядь, я в каком-то очухался, короче. Не совсем понятно, что этим товарищам, блядь, сутулым от меня надо, блядь. Понятно, хуительные истории. О, блядь, привет. О, привет. Не надо этого, вот, блядь. Сука.
блядь. То есть, в принципе, я выбрался здесь за каким-то хреном наружу, да? Вурдалаки, да? И кто из них вурдалаки, я нихуя не понимаю, потому что они какие-то все, блядь, разные, короче, блядь. Ну, поняли, прикол. Ключ от замка нам нужен. Где эта хуйня? Надо походить с этой штукой на самом деле. Может, я кого-то вырублю из него. Потому что патронов у нас мало, а водичку-то мы можем наливать по новой. О! Что? Ключ от западного крыла. От западного крыла, люди, блядь. У нас ключ с вами, понимаете? Давайте сохранимся. Как бы, ну, мы ж там не все прочекали. Там комната боли. Комната боли 2. Ключ от усыпальницы, короче. Ладно, давайте не будем ебать тут мозги. Раз у нас открыто, мы пойдем. Пойдем и будем пробовать. Музычка такая, знаете. Я вижу, тут гражданин отдыхает. Да и не один, блядь, а целая бригада граждан отдыхает, я смотрю. Так, это что еще за хуйня? Опять какие-то лабиринты ебучие, да? Кончаются быстро! Да вы какого хуя здесь спавнитесь, блядь? Я вижу, там какая-то тетя стоит. Давай, врывайся, блядь, ломай это говно быстрее. Блядь, у вас там что, сколько нахуй? Пиздец, вы охуели, блядь. Джек, деточка, как же это так, а? Ой, наша последняя надежда. О, у меня плазмоган местного пошива есть. Пойдем отсюда, ой, слышишь? Сыночек, если бы я только могла тебе помочь. Давай, 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 съебаем нахуй отсюда, блядь. Ты поможешь мне тем, что ты закроешь свой еблет, и мы пойдем. Мы пойдем, мы не будем тут задерживаться. Тут, конечно, гостеприимно, и все такое, но, блядь. Но, блядь. Ой! Ой, ребята, что-то я не оценил, блядь, количество моего ХП. Я только сейчас обратил внимание, что можно на изи выхватить в щи. Нам нужны услуги доктора, причем срочно. Заходим. Спасибо тебе. Ой, ради меня. Ради меня ты рисковал жизнью. Конечно. Доктор, блядь. О. Тихо. Так, блядь. Я все же не понял, все мы зачекали в восточном крыле или нет. Но проебывать время, чтобы это выяснить, мы, наверное, с вами не станем. Потому что это, ну, блядь. У меня кончился чудесный эликсир длинной ноги, блядь. Пошел нахуй. И поэтому все очень грустно, блядь.
Немножко свечения, блядь, добавим, получается. Поебалу, блядь. Давайте, выходите, суки. Мне похуй, даже если вы будете спавниться, блядь. У меня теперь есть... У меня теперь замечательная штука, блядь. Это твой труп орёт, да? Пошел нахуй. Блять, а какого хуя я раньше не пользовался этой замечательной вещью, блять? Кто-нибудь не может объяснить эту хуйню? Это же просто читерство, блять. Особенно, когда рядышком есть вот эти вот бассейны с водичкой. Мне кажется, чтобы полностью такую ванну высадить кому-то в лицо, это же, блять... Вурдалак, это ты, да? Ты внезапно появился прямо здесь, блять. Всего 5 зарядов, но зато каких... Давай, вылазим нахуй, суки. Нету, да, никого? Опа. Местечко не из приятных. У нас тут ванночки, блядь. Одна из них уже пустая. Аптекуши лежат. Что это? Боятся распятий. Малые вампиры, блядь, да? То есть, блядь. Охуенная спальня, я хочу такую же, блядь. Чтобы выходила прямо куда-нибудь. Вот в такие вот пространства, блядь, пиздатые. Так. Чё, не откроешь мне, да? Чёрной твари, блядь. Ой, я чувствую, сейчас будет веселье, нахуй, ебаное, да? Там какое-то мясо лежит, блядь. Слушай, блядь. Мистер Бодипозитив, может быть, не надо? Пожалуйста, блядь. Пошел нахуй. Блять, а эта штука очень удобная, я хочу сказать. Может быть, и вампиров надо было так же пиздошить. Просто тупо заливаешь их водичкой из чаши, и все хорошо. О, блять. Да вы посмотрите. Планировалось, наверное, как... Как какой-то... Мощнейший замес, наверное, планировался. Но, блять, мы с вами справились гораздо проще. И изящнее. Ключ черной твари, да? А мы взяли с вами какой-то еще ключ. Пятый ярус, третье крыло, короче, мы с вами взяли. Нормально. Это был самый изящный босс-файт вообще, блядь. В истории игр, нахуй. Что ж, ребятушки. Наверное, на этой замечательной ноте мы с вами и сохранимся. Увидимся уже в следующей серии. Это будет достаточно скоро. Подписывайтесь, что-нибудь жмите. Обязательно пишите что-нибудь под видео. Всем до новых встреч. Всем пока.